Приветствую! Сегодня у меня будет ролик, состоящий из двух частей. Первая часть – это для тех, кто меня слушает, чтобы получить какие-то знания или информацию, да? А вы должны понимать разницу между знаниями и информацией. Про это у меня была статья ВКонтакте, в чем различие. А вторая часть для тех, кто хочет обсуждать и зачем-то обсуждает, что у меня лицо изменилось, губы изменилось, что со мной случилось и так далее. Вот поговорим и обсудим эти две темы, раз народ требует. Значит, первая часть для тех, кто думает и кому интересны знания. Сегодняшняя тема – юридически значимое сообщение. В плане почтового оформления. То есть есть гражданский кодекс, да, некая такая оферта, никем не подписанная, не опубликованная, мы сейчас это не берем, но на основании которой должны действовать те или иные структуры Российской Федерации. И они должны руководствоваться федеральным законом. Да, мы знаем, что в Конституции написано, что права человека и гражданина свободы может ограничить только федеральный закон. Поэтому федеральный закон после Конституции стоит на втором месте. Ни приказы, ни указы, ни внутренний регламент, да, федеральный закон. Так вот, в соответствии с 165 статьей .1, к юридически значимым сообщениям относятся те, которые направлены путем почтового отправления с извещением и с описью уведомления. Объясняю почему. Вот, допустим, смотрите, существует какой-то спор, да, есть две стороны. И одна сторона хочет на вторую сторону подать в суд. Вторая сторона, значит, или первая, без разницы, берет белый лист бумаги, кладет его в конверт и отправляет по почте с уведомлением. А в суд пишет, что я такой-то, такой-то, значит, направил второй стороне или первой, например, там, заявление о возврате долга и прикладывает чек о почтовом отправлении с уведомлением. А где доказуха, что он действительно отправил заявление, да, о выплате долга, или там о разводе, или об изменении условий договора? Доказательства нет. Поэтому единственным доказательством служит опись вложения и с уведомлением о получении. То есть почтовый работник на почте проверяет, а что вы туда, собственно, подписали и положили? Журнал «Крокодил» вы положили туда, да? Или действительно вы написали то, что указано в описи? И когда я многократно отправляла, то есть прям почтовый работник берет документ, который я вкладываю в письмо, смотрит, о чем речь. То есть, например, повторное обращение, да, вот я сейчас отправляю сообщение о преступлении, и смотрит, действительно ли в этой описи указано. А вот этот важный нюанс может вам помочь выиграть те или иные судебные тяжбы, потому что у вас будет конкретное доказательство, что вы уведомляли вторую сторону о посылаемом им документе, а не посылали белые листы бумаги. Я про это уже записывала, но так как многие не все ролики подряд смотрят, они могли это пропустить. Значит, с чем я столкнулась? Почему я решила записать этот ролик? Значит, я писала заявление в ФССП первый раз за много лет. Значит, мне был заблокирован счет в банке. Вы должны знать, что существует федеральный закон о действиях судебных приставов, да, как приставы должны работать. Значит, это 229-й закон. И в нем есть очень интересная статья, 24-я, в которой сказано, что извещения и вызовы в исполнительном производстве должны осуществляться через извещение лица о возбуждении исполнительного производства. То есть лицо, участвующее в исполнительном производстве, должно быть извещено, уведомлено. И как это уведомление происходит? Первый вариант – по месту регистрации. То
То есть у персоны, если есть место жительства, да, если мы берем внутренний паспорт Российской Федерации, листаем странички, там есть страница с надписью «Место жительства». Вот это в простонародье называемая прописка, вот, а правильнее называть это место регистрации, значит, персоны по месту жительства. Это постоянная регистрация. Либо выдается листик с красной печатью по месту пребывания. Это так называемая временная прописка или временная регистрация. Так вот, прикол в том, да, прикол, некая юридическая коллизия, которую я очень люблю и люблю ими пользоваться, что если у персоны нет регистрации по месту жительства, то приставам некуда посылать вот это уведомление, понимаете? И они не могут возбудить исполнительное производство, потому что если они возбудят исполнительное производство без уведомления персоны, то они нарушат федеральный закон. И получается такой некий замкнутый круг. Слать им некуда, соответственно, не послав уведомление о возбуждении исполнительного производства, они не могут его открыть, да? Вот этим я прекрасно долгое время пользовалась, до тех пор, пока не нашелся такой пристав, исполнитель, вот, как Шпагина, некая Шпагина, город Рязань, вот, которая возбудила исполнительное производство, не уведомив персону о том, что исполнительное производство, значит, возбуждено. На основании 165-й, опять-таки, статьи ГК РФ могут быть различные методы уведомления, в том числе госуслуги, которые у меня, естественно, отсутствуют. А почему они отсутствуют? Да потому что любое юридически значимое действие можно прекрасно без госуслуг провернуть, понимаете, что бы вы ни хотели. Именно поэтому заманивают 20% скидками, да, например, делаю я лицензию на приобретение оружия, пожалуйста, значит, мне говорят, 20% будет скидка, если вы сделаете, оплатите пошлину там через госуслуги. А я не хочу, а и мне 20% не жалко. Понимаете, и эти приставы мне говорят, а мы вас через госуслуги уведомляли. Я говорю, нет, не уведомляли, у меня их нет, не было и не предвидится. Именно для этих целей, чтобы вы не могли уведомить мою персону. Следующий вариант. Если вы сами укажете в письме фактическое место жительства, то оно воспринимается, да, как оферта с вашей стороны. Вы сами предложили использовать данный адрес как адрес для поступления корреспонденции. Поэтому я пишу отделение почтовой связи номер 39 до востребования персоне такой-то, такой-то, такой-то. Понимаете? А где гарантия того, что востребуется письмо? Оно там может месяцами и годами, да, лежать, а потом там на сжигание отправляться, на утилизацию. Вот, вот, такой вот, вот такая вот есть хитрость, которую, значит, пристав Шпагина решил обойти. Значит, 15 августа я пошла в ФССП, в отдел судебных приставов, написала обращение, что так и так. Счет арестовали, списали 6 тысяч рублей, не уведомив. Это нарушение федерального закона. Тишина, полная тишина. Хорошо, я выжидаю какое-то время. 26 числа иду в прокуратуру и в управление федеральных приставов. Пишу опять раз, повторное обращение. Значит, арестовали, списали, не уведомили. И тут мне... А, значит, сегодня приходит ответ из управления ФССП, где они мне отвечают отпиской, да? Если вы сейчас зайдете в интернет и наберете в поисковике такую фразу, что, значит, сейчас чиновников будут привлекать, то есть Верховный суд, он уже, значит, несколько уже прецедентов было, когда за формальные отписки чиновников привлекают к ответственности, понимаете? Потому что действия данные могут восприниматься как халатность,
да, и попадать вообще под уголовную статью. То есть халатное отношение, формальное отношение к своей работе. То есть вместо того, чтобы дать нагоняй вот этой вот Шпагиной, вот, которая, значит, мне достаточно адекватной изначально показалась, вот, я не стала, значит, вначале писать на нее никаких там докладных, никаких претензий, никаких там разборок устраивать. Вот я ей предложила спокойно, значит, вернуть деньги и закрыть это дело, разойтись по-хорошему. Значит, было это проигнорировано. Все, я сегодня пишу повторное сообщение о преступлении. И смысл в том, что управление ФССП мне отвечает: мы вам отправили простое почтовое извещение по адресу, указанному, значит, в вот этом вот там судебном приказе, в исполнительном производстве. Понимаете? Вы можете посылать хоть на деревню дедушки, но это не имеет никакого юридического значения. А я вам сейчас хочу зачитать, и в описании ролика это будет приложено, да, обязательно. Значит, смотрите, найдите, зафиксируйте себе, запишите. Значит, есть три решения. Первое – это постановление арбитражного суда некого Поволжского округа от 4 июля 2018 года. Ну, номер там хрен знает какой длинный, найдете в описании. В котором указано, что юридически значимым сообщением является письменное извещение адресата с описью вложения. То есть то, о чем я вам как раз и говорила. Проверяемым сотрудником почты. И только такой вид почтового извещения признается юридически значимым в соответствии со 165-й статьей. И второе. Существует определение Санкт-Петербургского городского суда, там номер такой-то, такой-то, из которого следует, что только при наличии уведомления или квитанции с подписью получателя сообщение может считаться доставленным. И третье, вот я вам зачитываю, третье, значит, смотрите, сейчас секундочку, значит, есть также решение Верховного суда, значит, согласно пункту 19 постановления Пленума Верховного суда от 21 декабря 2017 года, номер 54, должник считается уведомленным, значит, когда соответствующее уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом. Значит, если требуемое уведомление должнику не доставлено и отсутствуют обстоятельства считать его таковым, то цедент не вправе отказаться от принятия исполнения со ссылкой на переход права. Это то, о чем было вот в этом пленуме. То есть смысл в том, что если, значит, юридически значимое сообщение не было доставлено, да, то если отсутствует регистрация по месту жительства, то получатель не несет риска. Есть такое выражение в этой же статье, что получатель корреспонденции несет риск неполучения корреспонденции. Понимаете? Но это только в том случае, если есть официальная регистрация по месту жительства, или если этот получатель сам указал почту в качестве получения. Понимаете? А без этого вот это просто Филькина грамота. То есть простое письмо, когда вы взяли конвертик, вложили в него бумажечку, наклеили там две марочки, прилепили и отправили. Это не юридически значимое сообщение. Юридически значимым сообщением может даже электронное письмо считаться, понимаете? Например, берется договор, двумя сторонами, да, составляется. Это, например, работодатель и сотрудник. И они условились, что сотрудник готов принимать почту, любые уведомления от работодателя в электронном виде.
суды это считают юридически значимым уведомлением. То есть вы сами подписались под эту тему, понимаете? Да, это не предусмотрено 165-й статьей, но вы сами, то есть написано, если иное не предусмотрено, а вы предусмотрели. То есть это мы берем статью Гражданского кодекса, договор, вы договорились. Вы можете договориться, что доставка почтовыми голубями, понимаете, будет считаться в ваших взаимоотношениях юридически значимым сообщением. Вы можете прописать, что курьерские доставки, курьерская служба может доставлять. Телефонограмма, кстати, если мы берем 615-й приказ Колокольцева отдела производства, там как раз таки указан такой вид взаимодействия, как телефонограммы. Понимаете, в судопроизводстве телефонограммы используются. Что это такое? Это не просто телефонный звонок, когда вам звонят и говорят: «Здрасте, мы из советского суда, приходите тогда-то на совещание, хотел сказать, на заседание суда». Нет, нет. Звонит телефонист и говорит: «Здравствуйте, примите телефонограмму. Номер такой-то, зарегистрированное такого-то числа, фамилия должностного лица, передающего телефонограмму, такой-то, такой-то. Кто на проводе? Иванов Иван Иванович?» Иванов Иван Иванович подтверждает: «Да, я на проводе. Принимаю». И вот эта телефонограмма, она фиксируется на диктофон внутренний, понимаете, автоматически, который имеется, как доказательство звонка. Только таким образом. И то, когда сам, значит, получатель, он указал такой вид связи для доставления юридически значимых сообщений. И вот эти вот все нюансы, они могут влиять на тот или иной исход, значит, дела. Соответственно, я побывала сегодня в прокуратуре, подала повторное обращение о преступлении против прав человека и, соответственно, указала на все эти моменты, потому что попахивает коррупцией, да? Потому что рука руку моет, и прокуратура почему-то, по каким-то причинам, мне прям неведомым и неизвестным, прикрывает ФССП, который не хочет накрячить свою сотрудницу Шпагину за то, что она вот такие вот шпарит, значит, аресты накладывает, вот, просматриваются, значит, признаки халатности, самоуправства, превышения должностных полномочий, понимаете, целый букет заболеваний стандартных просматривается, вот. Здрасте. Повторное обращение по поводу приставов, которые арестовали счет социальный, на который приходят алименты. До сих пор карта не разблокирована, деньги не возвращены. Значит, демонстрирую, да, персону, на которой открыт счет. Управление ФССП не применяет никаких мер в отношении незаконно действующих сотрудников. И пишет отписки. То есть на мое обращение от августа мне был прислан ответ от мая месяца. Знаете? То есть здесь налицо халатное отношение. Я буду сейчас писать в администрацию президента и в службу безопасности прокуратуры о том, что, видимо, у вас коррупция происходит красным цветом. И вы покрываете ФССП, потому что прокуратура никак не реагирует. Да. То есть управление вместо того, чтобы разобраться в ситуации, прислало мне отписку, датированную маем месяцем. Это мой экземпляр, вот это ваш. То есть на моем входящий. Да, тут просто все оригиналы писем, а здесь все копии. Это вот то, что мне прислали управление, я вам скопировала. То, что вы переслали в московскую прокуратуру. Это вот выписка с банка о том, что деньги были списаны. И дело в том, что у персоны нет регистрации по месту жительства. И почему вы в московский район пересылаете? Нету адреса. Ни регистрации, ни нахождения. И дело в том, что они так... Нету места жительства. Под мостом. Под мостом. Нет, я не должник. У меня нет долгов перед Российской Федерацией, в принципе. А у вас
У пристава в статусе персона. Фамилия, имя, отчество – это не я. Я владелец этой персоны. А у пристава, как бы, исполнительное? Не я, а персона в статусе должник. Да, но у персоны отсутствует регистрация по месту жительства. И мне куда писать уведомления? А вот Преображенская еще. Ну это вы видите, кто пишет? Это пишет прокуратура. То есть у приставов нету адреса регистрации и нету адреса фактического местонахождения. Всю почтовую корреспонденцию я получаю до востребования, либо на абонентский ящик. У персоны отсутствуют объекты недвижимости. То есть они утверждают, что они послали простое извещение, которое не является в соответствии со 165-й статьей Гражданского кодекса юридически значимым сообщением. Это мой, да, экземпляр. Есть решение Верховного суда, есть... Да в любое место, да, суда устроит. То есть они должны посылать юридически значимое сообщение. Они его не послали и арестовали счет. Списали деньги, алименты. Я им предоставила абсолютно все документы, подтверждающие, и вам тоже. Да. То есть я рассматриваю признаки коррупции и халатного отношения. Как в вашей структуре, так и в структуре ФССП. Вы передаете на регистрацию и как бы действуйте. Потому что, ну, для меня это дело принципа, дело даже не в сумме. Все, буду ждать тогда от вас реакции. Поэтому далее, что я делаю? Я пишу в Федеральное управление ФССП, в Службу собственной безопасности. Вот. Они любят делать ротацию кадров. Понимаете? На каждое должностное лицо, они же не бессмертные. Бессмертные – это мы, народ, да? И душат народ, и пугают народ, и сажают народ. А народ, он все равно во множественном числе. А вот эти должностные лица, давайте посмотрим сейчас на дело о ростовских судьях. Как их там сейчас поганой метлой выметают и за решетки сажают пачками, пачками за их вот эти взятки. То есть свято место пусто не бывает. И те слуги народа, которые зажрались и себя считают царями, на которых ничего не может повлиять, да, когда они становятся неугодны вышестоящему руководству, когда на них набирается компроматик, то их смещают и на их место ставят новеньких, новеньких. Вот поэтому на наших глазах увольняли прокуроров, и мы этому способствовали, я лично способствовала. Начальника ГИБДД, когда увольняли за взятки, я лично способствовала этому. В каком-то там 2011 или 2012 году писала в антикоррупционный комитет о взятках, понимаете? То есть, может быть, моя капелька, добавленная в это дело, послужила тем, что чаша терпения переполнилась. Поэтому чем больше вы будете писать, да, вот таких вот, скажем так, претензий и сообщения о преступлении, указывая такие статьи, как коррупция, превышение должностных полномочий, это все копится, копится. Почему? А потому что народная мудрость. Дыма без огня не бывает. Сейчас этих генералов военных друг за другом, да, сажают, те, кто отслеживают ситуацию, и всех остальных. Поэтому пишите письма, это все работает, да, это не работает сразу, но в совокупности один написал, второй, третий, десятый, 25-й, их потом смещают, понимаете? А новеньким мы выносим предупреждение, что вы всего лишь должностные лица, от слова «должен», «должник». Понимаете, а мы народ, источник власти, и вы нам должны служить, вы слуги народа. И как вам не придешь, что в прокуратуру я захожу, что в ФССП я в это ваше захожу,
Вы все позакрывались, понастроили заборов, понастроили вот эти вот шлагбаумы, рамки, понасажали охрану. А чего вы так боитесь-то? Чего вы так от народа-то закрываетесь? Значит, рыльца в пушку по полной программе, по самой не балуйся, что вы так боитесь. Если раньше можно было к вам беспрепятственно прийти и кабинет с ноги открывать, да, то теперь к вам не зайдешь. Прям железными забралами позакрывались. В какую-то я полицию заходила, так там вообще забор забабахали. Через диктофон, через домофон только через кнопочный зайти можно, понимаете? О, как боятся! Чего вы так боитесь-то? Вы же все такие невозможные, себя властью считаете. А в том-то и дело, что вы не власть, вы органы, органы, руки и ноги, понимаете? А власть принадлежит народу, только вы это забываете. Я недавно вот ролик делала с нашим любимым президентом, прям куча-куча-куча нарезок, где он вам напоминает, что народ – источник власти, власть принадлежит народу. Так моему сердцу греют эти слова. По конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В конце концов, народ – это источник власти. Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки, без всякой. Вот это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти. Народ – единственный источник власти, скажет свое слово. А граждане страны являются источником власти государственной. Что касается носителя суверенитета и единственного источника власти российского народа, в разделе 1 статьи 3, там прямо так вот об этом и написано. Именно народ всегда является источником власти. Именно человек, его права в основе основ. Единственным источником власти является народ. Нашего многонационального народа, который является единственным источником власти в стране, залог силы и авторитета. Вот, напоминаю всем недалеким товар ищущим товарищам, что я не борюсь с системой, да, я выявляю раковые клетки, вот, потому что если мне какие-то раковые клетки не нравятся, то их нужно удалять из общего организма. А вообще вся система, она направлена, по большому счету, на благо, это мое сейчас нынешнее такое суждение, вот, потому что зомбомассой нужно управлять, потому что если зомбомассу не держать в ежовых рукавицах, то начнется анархия, потому что недееспособные, они не могут жить по чести и совести. Вот они устраивают беспредел. Представляете, сейчас, если не будет страха от того, что тебя посадят, то сразу начнутся убийства, изнасилования, мародерство, грабежи. Представьте, сейчас вот все органы уберут, да, полицию, Росгвардию поубирают. Да что будет? Да беспредел полнейший начнется. Просто вот то, что я выше перечислила. Вот Насим, первую часть для жаждущих и страждущих я заканчиваю. Вот. И теперь отвечаю на просто многочисленные сообщения, на многочисленные комментарии, что со мной случилось, что у меня с лицом, что у меня с губами, что с моей внешностью. Дорогие мои, какое ваше с**чье дело, недорогие мои? Понимаете, я веду вот этот вот видеоблог для фиксации своих юридически значимых действий, да, для себя, любимой. То, что у меня есть подписчики, это здорово, потому что среди 99,9% вот этой вот, скажем так, неадекватной публики случаются
алмазные вкрапления осознанных и здравомыслящих, которые мне очень интересные детали подкидывают. И вот ради того, чтобы услышать что-то для себя интересное, мне приходится перелопачивать хренову кучу дебильных комментариев, которые обсуждают мой внешний вид. Так вот, вас это в принципе не должно волновать. Понимаете, что я с собой делаю? Накачала ли я губы? Скачала ли я губы? Нарастила ли я себе ресницы, отрезала я себе волосы, прибавила ли я себе жопу или уменьшила я себе жопу. Это никак на вас не должно отражаться. Это должно отражаться только на мне лично. Второй момент. Я сменила телефонный аппарат. Понимаете? Вот я сейчас вам вставлю врезку, и вы увидите, как другой телефонный аппарат меня в той же самой локации снимает абсолютно по-другому. Третий момент. Существуют различные видеоредакторы, в которых можно изменять внешность. Увеличивать нос, увеличивать губы, уменьшать губы, утолщать, уменьшать, увеличивать и так далее. Понимаете, все что угодно. С чего вы решили, например, что я по приколу этим не пользуюсь? Хочу и делаю, понимаете? Просто экспериментирую. Я экспериментирую во всем. Не буду перечислять все нюансы моей личной жизни. Вот поэтому еще раз повторяю. Я не веду канал, посвященный фитнесу, косметологии, да, там, покупкам на Алиэкспресс. Я веду канал, ну, касаемый, скажем, моей жизни. Да, да, я иногда какие-то прикольные видео записываю, не относящиеся к юридической тематике. Но это не значит, что нужно обсуждать изменения в моей внешности. Я сейчас похудела, понимаете, на 7 килограмм похудела. Но я не считаю нужным, например, это демонстрировать. Когда вы мне в комментариях пишете «сними видео во весь рост», сними лежа, сними стоя. Что вам еще сделать, мои хорошие? А не завернуть ли вам за обе щеки? Вот поэтому, да, напоминаю, что в святые я тоже не записывалась. Вот, никому ничего не должна, никакие донаты не беру, пожертвования. Поэтому отвечаю на ваши вопросы по существу в чате телеграм-канала, ссылка на которую указана, где работают, трудятся и, значит, занимаются творческой деятельностью мои прекрасные администраторы, которые производят естественный отбор недееспособных. Вот поэтому, если вас удалили из чата, а сейчас порядка 1500, да, удаленных, ну, значит, вот вы себя как-то неадекватно вели. Поэтому, ну, либо жалуйтесь и будем разбираться, либо ведите себя адекватно. Все, на сим заканчиваю. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным.